Всем привет, с вами Вильямс ТВ, и сегодня у нас будет распаковочка вавановской посылки. Что ж, давайте приступим, не будем затягивать, сразу к разрезанию. Знаете, вот прям уже жду не дождусь посмотреть, что же там внутри, потому что прошлая посылка меня, мягко говоря, шокировала. Итак, сейчас мы тут распакуем эти посылки. Они, главное, запаковывают, когда на почте. Так, ничего не повредил? Фух, ничего не повредил. И это, да, значит, когда они запаковывают, они вроде так, знаете, нормальненько, все понятненько, где что открывать. Ух ты, что... А это такое интересненько. Опачки, это, короче, кексы, китайские кексики. Я у Вовчика смотрел видос, это прям, если я не ошибаюсь, то готовить надо, то есть замешиваешь. В общем, Вован меня прививает, вернее, прививает во мне кулинариста, короче, повара. В общем, будем готовить, это очень-очень интересно, прям, что получится. Так, что у нас? Опа-на! Блин, слушай, Вован, я не знаю, где ты такие чудеса понаходил. Ну это просто экшен. Ёлки-палки, что это такое, ребят, погляньте. Обязательно это попробуем. Это какие-то такие печенюшки, значит, с лимоном, что ли, и с миндалем. Офигеть, так, у нас здесь, посмотрите, какое богатство у нас здесь, значит, так. Ну, Вовчик тут прям посылку запрессовал конкретно, короче. Знаете, как эта машина пресс прессует? Так, офигеть. Опа-на. Блин, слушайте, ребята, тут вообще обалденно, смотрите, какой шоколад. Это такие вот штукенцы, типа кругленькие конфетки, и внутри у них, видите, вот в таком плане шоколад, шоколад, там еще что-то, в общем, обалдеть. Вот это интересно. О, а это что за конфетки? А это случайно не конфетки из Гарри Поттера? Что-то напоминает такое... Да, это походу конфеты из Гарри Поттера, ребят. Вот так вот выглядят, значит, здесь, а сзади вот здесь вот расписано, из чего они. Вот это, кстати, крутая тема. Здесь, короче, может быть ушная сера со вкусом ушной серы и так далее. Если это эти конфеты, то это видео будет жарким, ребят. Ну, наверное, тут надо будет сразу всю пачку съесть, чтобы все вкусы попробовать. Итак, дальше смотрим, что это такое. О, вот тут что-то прям как это, как граната, а вот тут молочное что-то. Слушайте, ребята, это что-то напиток какой-то. Ну, еще-ка раздербаним. Хе, раздербаним. Главное его, чтобы не открыть еще. Опа. Так. Кофеечек какой-то. Компания Антисон называется, наверное. Так, сейчас. Так, так, так. Что, что такое, а? Не высовывается, зараза. О, кокосовое молоко. А, это, наверное, вот когда кокос разрезают, вот эта внутренность, которая идет. Вот это обалденно. Кстати, когда был мелким, с родителями разрезали, вот прям покупала мамка кокос, разрезали, вот это молочко пили. Ну, помню, что-то оно было не очень вкусное, но... Знаете, вот я раньше икру черную, которая сейчас дефицит, стоит 3100-граммовая баночка. Мне мамка приносит и, значит, говорит, попробуй. Я говорю, не, не хочу, я хочу красную, эту я не люблю. Она мне приносит красную. Я говорю, не, такую я не ем, я хочу черную. А сейчас вот реально, вот я не помню, какая она, эта черная икра, попробовать бы. Но она такая собака дорогушная. О! А, вот это, ребятки, вообще обалденная тема. Это, короче, киткат, который запекать, Вовчик говорил. Смотрите. О, оба-на. Так, о, токсичная конфета. Кстати, недавно был у Вована обзор на вот эту конфету. Вот это с такой вот баночкой, то есть самая кислая конфета в мире. Я еще такой думаю, блин, вот такую бы конфету попробовать, интересно там. Потому что когда он снимал обзор на эту конфету, он закинул. Кстати, мы ее сегодня прямо вот после распаковочки откроем и попробуем. Потому что он тогда закинул и так жует, и так лицо, знаете, у меня аж прям так передернуло, в общем. Вот это вот такая вот конфетка очень клёво. А вот это вот киткат, он сказал, что его можно, его нужно запекать там 2-3 минуты в духовке и можно без запекания. И я еще отцу сказал, кстати, вот это может быть с отцом попробуем, запеченный и не запеченный. Вот это будет интересно, ребят. Вот этот обзорчик, я думаю, вам понравится очень. Это вот такой киткат, их здесь 4 штучки. И Вован сказал, обязательно поделиться со вторым обзорчиком. И главное, нашу переписку спалил второй обзорчик. Это просто фейл, короче, все испорчено, короче, придется делиться. Так, это, ух ты, подушка безопасности, обалдеть, круто. О-о-о.
Ништяк, Вован, Вован магнитик подогнал, вот это круть. У меня, короче, там всякие чебурашки с Украины там есть. Когда езжу куда-то или отдыхать куда-то привожу. И это теперь дополнит этот магнитик, короче. Вот такой вот магнит на холодильник. Обалденно вообще. Слушай, надо съездить все-таки в Егорьевск. Там Вован говорит, это наша деревушка. Вот глядя на магнит, слушай, там вообще классно. Вот я хотел бы очень посмотреть. Так, и что же, давайте следующее перейдем. О, вот это печеньки. Печеньки, кстати, обалденные. Я помню, их как-то что-то из этой серии, кстати, обозревал. Но это вот с чем-то, с клюковкой и с белым шоколадом. Офигеть, вот это круто. Я такого не видел. Очень интересно будет попробовать. Так, что у нас там еще? Так. Что это такое? Сейчас мы посмотрим. Что это такое? Где мой ножик? Что-то я все мучаюсь. У меня же ножик тут есть. Так, сейчас мы откроем. Что-то, видать, ценное, потому что, Вовчик, смотрите, безопасно этот засунул. Вот это Вован, ты где такой скотч нашел, блин, слушай? Офигеть. О, это киндер-сюрприз. В натуре киндер-сюрприз, представляете? Так, офигеть. Вот это, кстати, я такого не видел. Где это, интересно? Блин, Вован, как найдет, так найдет. Реально круто. Вот смотрите, вот такой вот киндер-сюрприз. Вот так он выглядит. Я даже не представляю, если честно, что там внутри. Ну, блин, очень-очень классно. Это мы теперь будем... У нас теперь опять будет серия обзорчиков от Вовчика. Так, что у нас так? Это подушки безопасности. Кстати, одна, смотри, подушка безопасности Вовчику... А, это я ее, наверное, чеканул, когда, короче, этот... Так, и письмецо. Письмецо... Так, у нас на чеке письмецо. Так, сейчас мы прочитаем про себя. Вдруг здесь какая-то такая информация секретная, как заработать миллион подписчиков, чтобы этот... Стас, привет. Стас, здорово, пишет тебе Вован. Это типа письмо такое. В общем, принимай посылочку. Желаю успехов на Ютубе и всего самого... в личной жизни. И, значит, смайлик 28.01.16 года отправил. Вот такое вот письмецо. Я, наверное, это слово запикаю, потому что, вы сами понимаете, и причем Вован, у меня здесь на заднем плане маманя стоит. В общем, она, короче, улыбнулась, когда я это прочитал. Очень круто, спасибо тебе огромное. Блин, посылочку обязательно все обозрим. Будем, короче, пробовать. А киткат, я вам всем обещаю, что мы затестим с отцом. Ну и киткат, наверное, будет один. Как-то, ну, маловато, поэтому мы еще что-нибудь добавим. Ну, я не мог не похвастаться в таком видео своей вспышкой. Ну, вы ее уже видели, но я вставил вот этот аккумулятор 5000 мА. И сейчас я вам покажу, как она работает. В общем, такое мега позитивное видео. Теперь вы знаете, я когда эту вспышку включил, ох, я обалдел, это долгожданная вещь. Во, как она шмаляет. В общем, можно сделать белое, можно сделать желтое. Вот так вот, в общем, очень круто. Но это так, балавашки, короче, это такая тема. Но вот это, конечно, шикарно. Сейчас мы это все разложим для превьюшки. Всем спасибо, ребят, кто досмотрел эту распаковочку. До встречи в следующих выпусках. Так, друзья, чуть не забыл. Мне мамка напомнила, говорит, а где ж кислая конфета? Говорит, ты что не попробовал? Говорит, обещал и не попробовал. Но я говорю, ну ладно, зато мы как раз сделаем превьюшечку такую, да, как симпатичную. Ну что ж, приступим. У нас, вашему вниманию предоставляется самая лучшая конфета и самая кислая конфета в мире, как заявляет производитель. Что ж, давайте попробуем. Очень интригующе. Так. И сейчас мы ее достанем. На вид она, как, знаете, Ментос какой-то такой, что-то вот в этом роде. Вот так вот она выглядит. Сейчас поближе камера там. Вот так вот возьмем, чтобы сфокусировалась. Так, сфокусируется. Вот такая вот она. Здесь какие-то такие прослоечки. Ну что ж, пробуем. Пока нормально. Ох, ё. О! Вот это жесть. Я не знаю, как Вован сказал, что она не очень. О! Аж вот тут.
Блин, слезы пошли. Ох ты что? Этот скул аж так крутит, знаете, как будто накручивает их. Все проходит, ребят. Вообще реально, он слезы появились на глазах. Вот это жесть. И потом такая сладость появляется, то есть все уже, как я понял, она просто, когда ее делают, ее обволакивают просто в какую-то эту кислоту, да, кидают, типа лимонку. Ну да, действительно, если бы, вот уже кислота проходит, и появляется сладенькая такая конфетка. Друзья, знаете, что было бы круто, если бы, получается, вот это вот ты сейчас, вот это прошла кислота, сладко идет, а внизу еще один слой. И опять такое, знаете, вот так вот постоянно тебя колбасит туда-сюда, туда-сюда. Вот это было бы круто. Сейчас, наверное, мы ее раскусим. Нет, к сожалению, там такого нету. Было бы круто. Вот если бы они так сделали, было бы вообще ништяк, что так, знаете, маленький слой такого, сладкое, потом опять такое, потом сладкое, потом опять такое. Ну а первое время аж, знаете, так, вот так скулы вот здесь вот так как будто закручивают, здесь все язык вот так сворачивается. В общем, ощущения такие интересные. Жаль, второй обзорчик вот в кадре не хочет сниматься. Так бы, потому что здесь две конфетки, и ей там попробовать интересно было бы посмотреть, как ее колбасит от этой конфетки. Ну что ж, ребят, вот такой вот был обзор. Всем до встречи в новом выпуске. Пока!